Дорогие друзья, здравствуйте! Так уже видно, что зимовка у нас у кактусов закончилась. И, делая обход, осматривая свои кактусики, я нашла потери. Потери с зимовки. И сейчас я покажу вам, что не перенесло зимовку. Вот так вот шла, смотрю, стоит эхиноцериус. И вроде бы нормальный, да, с виду? Вот. Но, увы, тронув его пальчиком, я обнаружила, что он совершенно вот мягкий. Посмотрите, друзья, что у него в середине. Вот, все сгнило. И потом иду дальше, осматриваю и гляжу, вот этот вот пошевелила его, он тоже не выдержал зимовки, тоже мягкий, вот, и весь гнилой. Если вы обнаружили такое нехорошее дело у себя в коллекции, то советую вам выбросить полностью и субстрат тоже. Все выбрасываем мусор. И горшочки хорошо помыл водой. Нужно прокипятить коротко, чтобы не было распространения такой вот гадости дальше на другие кактусы. Осматривайте время от времени ваши коллекции. Вот, наблюдайте. Иначе, видите, можно обнаружить вот такое вот. Уже им ничем нельзя помочь. Ну, ничего страшного. Это случается. Показала вам сегодня, что у меня произошло после зимовки кактусов. Ну что ж, друзья, а вашим растениям я желаю всего хорошего. И вам тоже. Пока-пока.